Да, так и есть. 140 на 90. Артериальное давление в норме, уровень насыщения крови кислородом высокий, температуры нет. 98-летний житель Развилки Александр Ковальчук к прививке против коронавируса готов. Для ветерана Великой Отечественной войны это будет уже ревакцинация против опасной инфекции. Как первый раз перенесли? Вы знаете, так, немножко как-то день-полтора, и потом... Не то, что я лежал там, просто какое-то такое немножко прибитое самочувствие было. Легкое недомогание. А? Да, легкое недомогание, вот именно. В этот раз симптомы после прививки должны быть еще менее выражены. Максимум небольшая температура и, возможно, боль в месте укола. Процедура заняла всего несколько минут, но польза неоспорима. Сейчас отмечается рост заболеваемости, повышается сезонными ОРВИ, гриппом, ковидом. Поэтому, конечно же, мы рекомендуем всем людям прививаться. Особенно те, кто относится к группам риска. Это пожилые люди, у которых есть какие-либо хронические заболевания, но не в стадии обострения. Также это медицинские работники, социальные работники, госслужащие. Сезонное явление. Я не уверен, что оно так легко закончится. Поэтому лучше всего на всякий случай сделать, чего я и всем желаю. С пожеланиями здоровья ветерану. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.